День рыбака отметили в Приморье. Главной площадкой мероприятия стала спортивная набережная дальневосточной столицы. Здесь развернулись фотовыставка, распродажа продуктов и изделий. Также прошел гастрономический фестиваль с приготовлением 1000 литров дальневосточной ухи, чемпионат по приготовлению барбекю из рыбы и морепродуктов, мастер-классы. В торжествах принял участие губернатор Олег Кожемяка. Поздравляя приморцев, глава региона отметил, что День рыбака объединяет многих жителей края. Для многих приморских семей рыбная отрасль – это часть жизни, где по стопам отца идут их дети, наследуя и развивая эту множественную профессию. Для многих жителей прибрежных поселков это десятилетие напряженного труда, ожидание своих мужей с промысла радости встреч. И, конечно, мы видим, что рыбная отрасль не стоит на месте, она динамично развивается. Строятся новые рыбопромысловые суда на наших приморских верфях. Возводятся и запускаются береговые рыбопромышленные мощности. Расширяется ассортимент продукции. Рыбная отрасль живет своими трудовыми буднями. Давайте пожелаем всем рыбакам 7 футов под килем, удачных тролений и радостных встреч на берегу. С праздником, дорогие друзья! С днем рыбака! Ура! Глава региона пообщался с жителями, пришедшими на праздник, и отведал главное блюдо дня рыбака – уху, точнее, добросуп. Основной фишкой праздника стала именно гастрономическая составляющая. Олег Кожемяка вместе с главой Владивостока Константином Шестаковым, руководителями рыбопромысловых компаний и шеф-поварами ведущих ресторанов города принял участие в приготовлении изделий из морепродуктов. Как говорят жители, для многих этот праздник стал действительно не только профессиональным, но и по-настоящему родным. Напомним, День рыбака также отпраздновали в Находке, Шкотовском округе и еще в 7 муниципалитетах. Везде прошли гуляния и концерты.